Так, мне сейчас должны были подсунуть. Совершенно как бы другой поток идет. Я думаю, что она не может считать более мягкие потоки. Подсовываю, она такая, я не чувствую, я сейчас рисую другое. Даже ее нарисовала. Или себя. Ее нарисовала? Ее. Я просто знаю, что она рисовала с оракула Кали карту. Капец, ты будешь новый тантрический иконограф. Иконограф. Знаешь, что мне это напомнило? Есть такое таро... Блин, забыла, как называется. Он такой в кислотных тонах. Вот тоже там компьютерная графика, там не рисунки. Ну, такой коллажный. Таро. Блин, забыла. Не алхимик. Забыла название. Я его покупала подруге в Америке. Блин. Сама на нем не работала, но вижу, как на нем работает. Он такой вырви глаз. В принципе, мне нравится, но не в первой десятке, чтобы я себе купила. И вот там есть такие рваные, ну, вот это и рваные линии, и агрессивные в чем-то, и в то же время смягчающие агрессию вот эти символы идут. Ну, вот это противоположность, там это есть, я тебе потом поищу его. Это Рафф решил, что надо использовать шансы участвовать. И это в Анахате у нее, да? Если учесть, что Полина про чакры мало что знает, она интересно это изобразила. Это символы, да, тут? Оно само рисовалось, правильно? Вот это бомбезная штука с огнем и светом. И эти молнии, да? Это молнии. Разряды. Ух ты, лотос фиолетовый. Смотри, у тебя лотосом получилось тут. Видишь? А, ты в камеру меня смотри. У тебя тут как лотос получился. Вот эти две луны, а там на картинке не были, это, в принципе, символ и луна по центру. Ты знаешь этот символ, да? Три фазы луны. Это веканский символ, женский. В трех ипостасях растущая, полная и убывающая луна. Это чисто вот для практиков, для тех, кто владеет силой женской. Знаешь, что меня в этом всем впечатляет? Как сюда вписан язык света. Эти молнии, язык света. Оно такое контроверсивное прям. Ой, сейчас будет отбой.